Итак, 4 клуба в полуфинале Кубка, но только 2 пройдут дальше. Для кого-то эта встреча будет путевкой в светлое будущее, кому-то останется только посочувствовать. С вами сегодня комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. И полуфинал Кубка России вот-вот начнется. Георгий, мне уже не терпится узнать, кто же выйдет победителем в этой паре и продолжит борьбу за кубок в финале. Сегодня ЦСКА встречается с Уфой. Все готово к началу поединка. Вратари в воротах, футболисты на поле, болельщики на трибунах. Готовые комментаторы, в общем, все на своих местах. Лучшего момента, чтобы начать этот матч, придумать тяжело. И смотрим на состав ЦСКА. Все внимание на фланге. Да, здесь 2 скоростных игрока, которые при необходимости, конечно, могут и отрабатывать сзади. Смотрим состав Уфы. И тут тоже 3-5-2. Похожую тактику выбрали тренер. Звучит свисток арбитра, и полуфинал Кубка России начался. Мне уже не терпится узнать, кто же выйдет победителем в этой паре и продолжит борьбу за кубок в финале. Иван Паурьевич. Тут может что-то получиться. Иван Паурьевич. Неплохая была атака, но мяч потерян. Хорошо, что произошло это на чужой половине поля. Паурьевич. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Щенник. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Загоев. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Атака остановлена, но кто получит мяч? Березуцкий. Вернблум. Георгий Щенник. Армейцы в атаке. Тащит вперед мяч. Сейчас вперед можно выйти. Семен Семенович, ну что происходит? Так все грамотно было сделано, и такая несуразица в завершающей стадии. Похоже, игрок сам не поверил своему счастью и несколько растерялся перед тем, как нанести завершающий удар. Паурьевич. Это может быть опасная атака. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Игбун. И это удар! Вот это спасение! Судья показывает, что будет угловой. Мяч летит в центр. Голкипер отбивает мяч куда подальше.
Вот это да! Отлично сыграно! Георгий Щенник. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Просто невероятный перехват. Азамат Заси. Может получиться интересная атака. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Фернандес. Подача. Чей мяч будет? Вратарь забирает этот мяч без особого труда. Да, там ничего сложного не было. Мяч от головы прилетел прямо в руки вратарю. Игбун. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Игбун. Штанги спасает, но игра продолжается. Марио Фернандес. Алан Загой. Георгий Щенник. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Ну, немного он все-таки был в положении вне игры, согласен. Азамат Заси. Мяч потерян. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Ну, а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Понтус Венбо. Загой. Атакующая комбинация ЦСКА. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Игбун. Он бьет. Удар заблокирован. Счет прежний. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Подали мяч с углового в центр штрафной. Азамат Заси. Игбун. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Итак, у нас аут. Пауревич. И пробил. И на месте голкипер. Мяч будет введен из аута. Навес в штрафную. Понтус Венбо. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Как здорово сыграно головой. И так точно. Навес в центр штрафной. Иван Пауревич. Настоящая баталия развернулась у нас за путевку в финал чемпионата мира. После первого тайма счет на табло равный. И счет надо признать по игре. Нет ни у одной из команд однозначного перевеса. И делать прогнозы на исход этого матча сейчас не представляется возможным. Все очень сложно.
Звучит свисток, и это второй тайм полуфинала Кубка России. Думаю, нас ждут очень увлекательные вторые 45 минут, и надеемся, что они получатся результативными. Армейцы в атаке. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Игбун. Вот это удар! Алан Дзагой. Тут его прижимает, не дает пространства. Березуцкий. Отлично они в контрпрессинге сыграли и вернули себе мяч. Это может быть опасная атака. Георгий Щенник. Дзагоев. Тут защита справляется, потеря мяча. Пауревич. Это может быть опасно. Алексей Березуцкий. Дзагоев. Пошел пас, можно обострять. Бить можно и забивать. Двойная замена от наставника одной из команд. Хорошо играет сегодня в пас. Очень высокий процент точных передач. Может получиться интересная атака. Есть шанс выйти вперед. И счет все еще остается прежним. Тридцать минут играть осталось. Алан Дзагоев. Армейцы атакуют. В этой атаке оборону пройти не удалось. Ударище просто. Вот ворот. Алан Дзагоев. Пауревич. Это может быть опасно. Здесь защита справляется, мяч отобран. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Замена сейчас произойдет. Все здоровы, так что замена, видимо, тактическая. Головин. Георгий Щенник. Выручил он свою команду. Игбун. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Александр Головин. 20 минут до конца основного времени матча. Игбун. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Александр Головин. Можно продолжать игру, чисто сыграно. Да, положение вне игры было, да и момент опасным не назовет. Замена в составе ЦСКА. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти.
Судья показывает на угол поля. В центр штрафной мяч направо. И забирает эту подачу вратарь. Защита первая на мяче. Вынос. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. Есть хороший адрес для передачи. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Азамат Засей. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. И это удар. И мимо ворот мяч идет. Да, и стоит все-таки отметить действия команды в обороне. Они помешали пробить точно. Тут может что-то получиться. Решил пробить. И цифры на табло не меняются. Похоже, все катится к ничейному результату. Впрочем, кто его знает. Сегодня день вратарей. Соревнования голкиперов, можно сказать, дуэль, продолжаются. Ворота пока сухими остаются у обеих команд. Пока неплохо. Есть тут возможность к воротам убежать. Загоев. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Азамат Засей. Игбун. Пауревич. Это может быть опасно. Отлично. Удар. Гол! И у соперника уже может не хватить времени на ответ. Но посмотрим. Игра продолжается. Не дотерпели, но теперь терять уже нечего, да и времени совсем не осталось. Можно успеть разве что последний штурм организовать. А если повезет, ну, может, стандарт какой-нибудь заработает, а там и голкипер в штрафную подтянется. Тренера вы не видите, он на бровке дает указания сейчас, но с комментаторской мы все наблюдаем. Он показывает, как разыгрывать мяч, как быстро провести атаку. Да, и, возможно, вообще это последняя атака в этой игре. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Азамат Засей. Игбун. И пробил. Мимо бьет игрок. И посмотрите, посмотрите, как он переживает. Вот и подошел к концу этот матч. На табло счет 1-0. Ну что сказать, не так важно, как ты добился победы в полуфинале, важен сам факт ее достижения. Да, Константин? Ну, Георгий, формально да, но мы-то здесь собрались, чтобы и зрелищем насладиться, а не только результатом. Впрочем, и то, и другое сегодня было на 5 с плюсом. Поздравляем с победой!